Представляю, если бы в актуале завезли такой квест, там бы все просто обсикались. Поменяйте это Лока местами с Бармалюгой, чтобы Лока ёшнул от Хиби подхиливал, а Бармалюга с Настей был для тотема. Роланду не захилили. Подожди, мы Накс идем, что ли? Да. Ладно. Как вариант, типа, можно в этот в РС-ку присумонить Лока. Потому что тут шотать будут бесконечно вас. Попробуйте прилететь к ОС и там присумонить Лока. Если у него полетка есть, конечно. Я кое-что лечу. Бывшие оттуда есть? Бывшие. Лока, у тебя полетка реально есть? А то всяко может быть. Ой, так какие у тебя профессии? Че, квест не будем суманить его? В Даларан суманите Лока, там креветка и пхаек. Сейчас прилечу. Короче, краш-тест и Дейфи, да? А, Пхайк еще. Вот эти трое нуждаются в шмоте. Уступить тут может любой. А вот задамажить может не только лишь каждый. Ешь там статуи приводят всякие. Да, тут, кстати, камень этот свободный. Сапоги это, конечно, хорошо, но еще лучше, когда у тебя есть ботинки. Как вам такое? Ау. Ау. Ну да, туфли еще лучше. Ну, что такое? Всех раскидал, короче. Как интересно. У меня вышла ошибка Луа, и в ошибке написано Вов Циркл. Это что такое? Става какая-то. Обезьяна кашалоты. Как скучно. Какой чудесный день. Какой чудесный пень. Какой чудесный я. И песенка моя. Забыл, креточка. Вон банк есть. Все банк. Я. Брек.
Ряк и вайб. Был же в детстве мультик-то. Я почему-то всегда ассоциировал. Ну, а у них одинаковый мотив. Типа, какой чудесный день, вот этот, какой чудесный пень. И типа, пин... Блядь, как их звали-то, не помню. Брейн одного, а второго Пинки. Чё? Ну, одного Брейн. А? Брейн и Пинки. Да, Брейн и Пинки. Ну, правильно, значит, сказал? Вот, они как раз таки, типа, тоже там, типа, ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля, бряк в конце. Не помню песенку их. Сейчас вспомню. Так, Брейн и Пинки. Я водяной, поговорил бы кто со мной. Чё? Все летят? Все здесь. Сказки нашли. А, да, то ты будете ставить на МП5. Вообще сказки, да, попасилась. Так, Валюга. Не, все оставили. А, и мыши обозлились на людей, ей-ей-ей-ей-ей-ей-ей. Этот, ты дохлый там. Че, я дохлый? И этот, Роланда, мы танка ждем. Я не знаю, кого пацан. Опять всех убивать придется. Так, а Хаек не танк? Ну вот он, пишет драконий повозит. Я его суммонила несколько раз, я же, ну, АФКшит. Самая первая залетела и жду вас. Ну, в принципе, можно попросить воина пока что спекнуться. Тут смотря как посмотреть. Если смотреть от обратного, то ты залетела последняя. Понимаешь? Ой, как это заново. У него КД. Неужели сложно сразу КД посмотреть, есть у тебя или нету, блин? 9 человек ждут, пока ты придешь и скажешь, что у тебя КД. Тут на самом деле еще проще даже. Если ты делал квест, очевидно, что у тебя КД. Типа... Блин, я квест не сделал. Че, в 25-ке тут же квест же делается. Не, я же уступала. Как это? А, Пхаек, это же этот. Роба. Нет, это у Бигвара этот кореш, да ведь? Нет. Ну, типа, который новенький. Нет? Нет. Это старенький. А как, блядь, старенький может не знать? Ну окей, ладно. Едой ходил все время, поэтому... Ему говорили, что делать, он делал. Ой. Этот, последняя мера. Пан, у тебя есть там каспек? Это чей питомец вот этот маленький, ушастый? Ханты в рейд? Это мой питомец. Отзовите питомца, он сагрит трэш. Креветка очка. Войд в танке, я готова хилить. Но нам нужно ГД все набрать. Я зашел на руку, пишет. Тогда пошли выйдем кто-нибудь. Отпинаем этих пидорасов. А чё, краш-тест же в инсте.
Что-то пока что. Что-то. Саш, ты в какую игру играешь? Шурик! Саня! Я? Игры, о, всех Саня. Прогнал. Ау. Я вышел, всех спугнул. Какую игру играешь? Че? Какую игру играешь? World of Warcraft. Не в танке. Не в танке. Как вот, только вов. Вов, Warcraft. Я в Age of Z играю. Мир военного ремесла. Скажи веселую фирму играюсь. Да, ВКонтакте. Вы ее слышите? Да. Прой. Простите, пожалуйста. Я рано проснулась в 6 часов. Удар буферяю. Сейчас она тут подбежит. Сейчас она еще раз сюда прибежит. Почему демон луков нету? Они мне криты бы делали. Я бы мажор не нажимал. Вон, кошка-мурка, я тут, привет. Привет, ты все еще Фари? Ты еще не убедился, что это трэш? Нет. Ну так больше пока что дает. Так это на трэше, он бомбу на каждого повесил, и бомбу, когда взрывается, в АОЕ дает. Я смотрю. Соло таргет там очень сильная просадка. Ну на этом посмотрим в первые эти. Я вообще на экзекут фазе больше даю. Ну это да. На экзекут фазе я больше. Ты понимаешь, там уже давно все посчитано, как бы не надо ходить вокруг да около, уже давно все посчитано, что Fire Magi на этих первых патчах, ну, не могут выдать нужный ДПС. Потому что шмот не позволяет. Как бы ты не упарывался камнями. Это вот эти випки, да, там, ну. Когда у тебя там плюс 6 уже, тогда это уже значительные. Ну, тут это смотри, если бы он в Тауре не был, ну, за Таурину раса, тогда смысл был. Ну, я говорю, вот как пример Кадырова, да, это яркий пример. Таурен плюс випка на 6%, это, или сколько у него там, на 5%. Это очень существенный бонус. С этим еще возможно, а так пока что нет. Гир просто, ну, не рассчитан на этот спек. Кстати, вот эта раса пустынных этих песцов вообще обрезанная. Ну, типа, для PvP только она нормальная. Для PvE вообще, я не знаю, как они так сделали. Пита говорит, ладно. Почему? Два дамага для всех именно. Фигня вообще. Типа, у меня... ну вот, кто я? Я нежить. У нежити там 2.3, 2.4. Даже в бисовом шмоте. А у тебя 2%. Типа... Такое... Я уже не говорю про Таурина, у которого 4%. Вернул по 2%. Ну, 2 плюс 2, 4. Ну, 2 критика. Да ладно. И 2 шанса. Это уже разные статы, чип. Я говорю про общий ДПС. Ну, понятное дело, что там по-другому будет немножко. Там будет не 2%, не 4, в общем, а больше 6 именно конечного ДПСа. Но суть в том, что больше, чем 4%.
Я просто на X3 с нежити переделался в этого двушастого и пожалел потом об этом. ДПС упал. Но для ПВ прикольно. Особенно для ШП, это вообще халявный стан. Я что-то так понял, что вот у ночнорожденных не работает PvP-шный скилл, который, ну, типа сало дает на 7 секунд, если ты кастуешь во время того, как на тебя метку повесили. Я сколько на БГ не вешал, похер, дым. Чуваки просто тупо под меткой кастуют дальше и дальше кастуют. Ну, там не сало же, там типа КД на скилл вешается. Так сразу? Без прелюдий. Ну, так-то и лапку можно было бафнуть. Да вообще ничего не сделали. Не ожидал этого, кстати. Че, каски бафы, да, малюга хит. Диспел может. Мне глаза закрывать. Не курс, что ли? Ну да, ты, в принципе, сам себя можешь не курсить. Там три чела и не было ни одного тикурса, ну ладно. У нас сет тех нету. Бармалюга в шамане. А, мне диспалить надо будет, понятно. Просто вайп. У него не хватит. Что за шаман такой? Сейчас смотрю в рекаунт, а там базука 20к ДПС, и я такой, в смысле? У меня просто 63, они с Роландой борются, не ДПС. Там из-за первого босса в Вольдуаре сохранилось. Там у него 180 тысяч ДПС был. Ой, тут и 180 тысяч. Усиливайте, что ли? Почему? Кажется, я этим и занимаюсь. Это, кстати, диспел. Это лишь только кажется. Я ничего не вижу, что можно подиспелить. За весь бой ничего не увидел. Это декурить надо. Выражайтесь, пожалуйста, корректнее, молодой человек. Кто там? А то моё либидо немножко хромает. Ой, блин. А я думаю, что у меня нету того самого хосты. А я шмотки не хера делал. Ну ничего. Даже если бы ты голая пошла бы. Ну хотя. Может, как-нибудь. Двояко звучит. Да, в Ульде тоже была без хвосты. Ну, сейчас я засыпаю и не представляю, мне еще не зашку делать. Вот краш-тест, бери себе. Все, что хочешь. Такое кольцо бывает. Вот я видела у Бармалюги шапка страшная. Там синяя, кажется. Я надеюсь, он возьмет. Давай.
Пусть соберет. Подождите. Давай, братишка, больше, больше. Войт, а почему ты не можешь разговаривать? У него на этом ночь. А? Ночь, ночь. А, он не один живет, да? У него дети. А, у него дети. Точно. Дети, это, конечно, хорошо. Особенно, когда... За них платят. Когда что? Что за них платят? Материнский капитал? Когда тебе за них платят выкуп. Типа, верните нашего ребенка. Какой-то странно размышляешь. Обычно таких ситуаций не происходит. Говорят, можно. У нас в одной гильдии чувак был, вот он вот так вот шутил вечно. Ну, я просто не умею так шутить. А он вот как-то шутил, и порой, ну, смешно всегда было смешно. Но порой ты думал, а шутит ли он? Потому что настолько реалистично, что попахивает таким, типа, ну, типа он так подшучивает, а сам там двух детей просто в подвале держит. Ужас, ужас, ужас. Не могу себе даже такое представить. Че, все зашли в шкаф в этот? Ну, вы поняли. Все, запускаем. О, рыбку поставили. А ты там стой себя. Ой, боже мой. Вы со своей рыбой этой жирными же станете рыбу кушать. Или глаза узкие станут. Это самое чувство, когда ты азиатка. Просто по канону снигла. А, ты же этот. Да, да, да. Полсекунды не доел рыбу. Блин. Как-то там, калмык. Не, калмык я. Калмычка, да, да, да. Тотем поставь бармалюга. Очищение есть же твой тотем? Блин, как-нибудь приеду я к вам на полгодика пожить. Ты через месяц выйдешь. Летом не приезжай. И вообще, ты выйдешь на улицу, тебе 40 комаров. Да. Нормально там у вас все. Вы, ну, попробуйте как-нибудь приехать в Приобье. Вот там жесть. Там просто приезжаешь... Даже этот источники есть, как там Волга все дела, что-то еще есть такое. И вот возле Волги, короче, ну, в селе посадили мы племянника на горшок, и его же поднимают потерять. За 3 укуса комара присосались. Ну это не я виновата. Бежим, бежим. Кто-то сыканул. Ну что ли? Я думал, он сейчас ауешить будет. О, все понятно. Бармалюка. Ой, блин. Что-то я тоже немножко этот пропустил. Вкусно.
В глазах нубов мы бы сейчас выглядели героями. Я помню, когда одетые такие приходим, за трансмагрификацией, там, за ачивками сюда, все вайпаются. Мы там где-то в уголке стояли, типа там, ждали. И вот первые вайпы, а потом уже кто там досиживает, поднимает, другим пытаются объяснить, а те просто, ну, вообще ничего не понимают. И говорят, давайте мы забурстим, сейчас вот у нас 40 секунд есть, давайте забурстим ему 5 лявов. Ну, сколько там, 25 там есть. Я сижу, ха-ха, ну... Смешно. Забурстить. Не, ну там оставалось немножко, на самом деле. Просто люди стали уже ливать. Вот это мои воспоминания с 25-ки. Сетку я на X2, когда актуально было, ходила. Я уже ничего не помню. Фэри не дамажит, да? А? Фэри не дамажит, да? Так. Вот, иди. Понятно. Тиффи пошел чай пить. А, нет, его не резали. Фэри не дамажит. Плохой пример, на самом деле. Ну, просто на перебежках ты кидаешь бомбу, которая дамажит, ну, неплохо. В отличие, когда все остальные... Глаза, ребята. Глаза. Это таунтите с меня. Он не таунтится, глаза просто убить. Таунтится, я знаю. Да? Да. Какого-то дрожь есть, я прибегу, короче. Кстати, не напоминает нечто такое, типа... Они утиные глазки? Нет. Это же глаза, да? Глаза. И умерла девушка. Трусы. То есть... Допустим, ты стримерша. Допустим. И много глаз, которые смотрели на тебя, а потом ты умерла. Сглазь, не пойму. Блин, короче, я фильм смотрел про стримеров. И вот там как раз-таки стримеры умирали. Они реально умирали? Я увлекаюсь, что, ребят, не стримьте. Стримы убивают. Бомба дамажит, но уже еще есть эти дотки, которые можно подкидывать. Да, да, так я говорю, я же правильно сказал, это не очень хороший пример этот босс. Ну все, короче. Манекине надо посмотреть. Я, кстати, обычно на том боссе первое место всегда. Мы вот, с Кадыровым когда в свое время разговаривали по этому поводу, он сам говорил, что он говорит, тут чисто тащит випка и тащит Таурен, все, иначе не получилось. И то он говорит, чудом, ну, чудом рад, что так получилось. Чудо, это был пахнущий дед, кстати. Он ему сказал спек этот, все сказал ему. А что там с тем спеком, он на сайте висит, он в гайде. Да, типа, дед в магах шарит, типа, все штуки ему рассказал еще. Ну, Вик это как бонус был. Ну, ладно. Ну, я, короче, я не понимаю, как Випка работает. Я, ну, если от 6 тысяч взять 6%, это 360 добавляется ДПС. Так ведь? Да. Или что? И все? Ну, как бы, я не чувствую разницы. Я готова играть. Смотря где. В кучке стоим. Зачем шкаф? Я здесь уже. Все, кто хилить умеет, подхиливайте, не забывайте. Ну, я тут обычно сама справлялась. Ну, скажи, ты люди будете. Спасибо. Кучу стоим. Ёшки повесят. Да блин, мне доту надо провесить, поэтому.
Не пойму, какая тут истерия, у нас танк, Мишка. Все, Бармалюга, мы с тобой дамажим. Мы с тобой танки, типа, ой, ДДшки. Не повесился, Клав, печалька. Кстати, молнию уберите, пожалуйста, из ротации, а то мне это вообще не нравится, если честно. Кстати, ваши молнии, ну, в смысле, цепная молния. Как это убрать молнию из ротации? Не пойму. Зачем нажимаешь молнии? Вот убери их из ротации. Это вечно это своими вот этими вот. А уешками? ДПС нагоняет. Маг, чародей, кудесник. Не знаю, я тут экзорцизмом фигачу. Вот, Бармалюга меня обгоняет по ДПС. Хилю, хилю, хилю. Плохо хилю. Один процент не всегда критует, кстати. А будет один, да? Будет один, да, как обычно. Да кап крита там сколько? 40 сейчас. Блин. Больше 45 все равно не проблем. Да не, проклят. Мне просто смысле, ФБ нет. Там этот. ФБ. А на ком я имею в виду, что. А? Больше 40 чем-то процентов как бы уже, ну, не считается, то есть оно в ротацию не попадает в эту. Это отдельный разговор, как там считается все эти криты, хиты и прочее, типа шмя. Ну мне зато уже не надо ставить. Что там Dream Crit поднимать? Кстати, вот можешь здесь этот магический доспех юзать ману, будешь больше экономить. Угу. Поехали ману еще экономить, который не заканчивается. А, ты что-то фресаешь ману. Как келины, типа. Но лучше. Ёж, на следующий этот будешь демон кастовать. Я, наверное, пропущу. На следующий я пока что отхиливаю. Итак? А, ну да, пардон. И все? Внимание, 100% до сих пор. Сломал, а еще у меня лагает. Пипец, я даже танка не перехилил. Вот на этом боссе я согласен, что нельзя мерить ДПС. Ну я все равно вас почти догнал. Да, я еще немного. Ладно. Я на этом боссе вообще хилил. Вот именно. Тотем. Кстати, DTLS очень удобный. Он показывает тупо все пока что. Графики всякие пока, да, карты.
Никто не отрицает. Кстати, да, details классные, особенно на актуале. Я проктал молчу просто. Просто здесь я не устанавливал его, не знаю, а вот на актуале он явно лучше, чем любой другой. Ёж, давай ману быстрее резай. Да, мне вообще плевать на ману, я могу сейчас уже стартовать. Все, вой, давай, бляй. Го-го-го-го-го. Давай, Мишка, рывок. Уху. Помнишь, ты как-то сказала, типа, я просил по мане? На самом деле, я же пошутил тогда, у меня еще 4 раза можно было восстановить ману. Я по мане вообще не сажусь. Мне вообще 700 раз можно восстановить ману. Нихуя-то. Вообще, один бармалюк справляется, как бы. Все, я тут в райдрике. Он вышел из сети. Ходит в игровой мир. Наверное, сидит там в грозовой гряде, титан лутает, пока мы тут вайпаемся. Говорят, если тут дать геру, то откатит. Кстати, а мы Мексу пройдем? Или это в Берлин без этого? Без учеников? Ну, один хил лишний, спекнется, все нормально. Ну, не нет, типа, будет на ачиву. На ачиву? Все, на ачиву, давайте. Какую ачиву? Я хочу ачиву. Типа, этот, убитие вдовы не рассеивать, не давать типа боссу. То есть, ну, пожертвуем воидом, его тушкой, ачиву получим. А у нас нет, где ачива? Ну так она там... А, ну да. Ну не знаю, я кину этот... Сакру. Не, я вообще... Я бы на самом деле до часу ночи бы траил этого... Голема этого сраного. Я вообще люблю, когда все сложно. Я тоже привыкла, вот сидела в Асгардах и нас прям заставляли. А чё просто так сидеть, ну, чтобы в лабочке сидеть? Надо посложнее всё делать. Вот надо сначала правильно нахила делать. Ну, я, блин, забыла. Мамочка велела нападать. А как тебе такое, Илон Маск? Мы на классике Анкираж, храм первого босса, траили 8 дней. Каждый день. По 6, по 7 часов времени. Ну не 7, фу, ну где-то примерно по 6 часов. Первого босса. Разве там первого ходили. Босса? У нас. Разве там ФК не сделали в первый же день? У нас занимали на классике в день на химию уходило где-то почти порядка 2000 голды. То есть, ну, для классики это просто лютая дичь. Там химии жрется просто тонна. Если здесь мы выпили одну фласку, то там. Вот я за рогу играл, у меня, да, у меня было 40 чем-то бафов в роге. Ну, в целом, да, конечно. Я жрал банки там на огненное масло, на СПД, ну все. Плюс еще драгон чили суп кушал, чтобы рыгать огнем. Поэтому там вообще просто дичь полная. Так, хвостом ДПС был топовый. Роги. Чё? Там всегда магия. Рога. Рога топ ДПС, нет. Не-не-не. А магия просто. Цифра какой? Люди, вы шо, ДБК? В ТБК? Нет. Я про классику говорю, что. Ну, классика как ТБК, конечно, ханты. Ханты и Локи, вот он. Ну, не, подожди, а ты про какой контент говоришь? Сначала классика. Я говорил про классику. Ну, классика, вот ТБК классика, тоже классика, просто ближе к ТБК. Классика это 60 уровень, это то, вот, Наксарамас это классика.
последние инст-классики. А сатиришем это. Ну, окей. Ты про Наксрамос говоришь? Ну да, вот Наксрамос даже в том числе. А то там Рога на любом контенте топ. Ну сейчас там вообще-то ШП топ. Нет, ШП говно. ШП на классике. Почему? Говно. ШП только на классике нигде не топ. То типа он даже не середина. Понятно. Ну, в последующих будет топ все равно. Это катаклизм всяк. В БК есть места, где он... Ну, не топ, опять же, но среднячок такой. Ну, там ШП очень хороший саппорт от БК. Особенно если ты дренейт, то это вообще бомба. Потому что там гимна надежды нету, типа гимна на ХП. Там только вот есть расовая билка Дренеев, которая восстанавливает маны. Гимна маны. Ну да, грубо говоря, так называется. Но это только расовая, и только у Дренеев есть. Дренеев есть на ХП, типа? Сделали объятие вдовы. Не убьем без берсы. А убить всех прислужников есть такая ачивка? Нет. Давайте хоть какую-нибудь ачивку сделаем. Неумирающий. Мы, по-моему, уже умирали. Да, думаю. В этом и был весь сарказм. Как думаете, может танка собрать? Типа, ну вам разве не интересно? Ну типа вот, проверить себя, свои силы. Постараться. Ну я точно сильный. Да, да. Но этого недостаточно, по-моему. Ну тебе что дать? Ну, бескровную победу надо было сделать, конечно. Кейгана, не допустив на ни одной смерти. Угу. Кейган. Кто такой Кейган? Там, где бомбы. Бомба? Бомба. Лава? Там, где пол взрывает. Пол — это лава. Как детстве. Я понял. Что дела? Ой, я не знаю, я... Когда последний раз умирал в этой лаве? Ну, когда ты говорил, давайте не умирай. И ты же на следующий 8 отдыхаешь. Не было такого. Было. Это рассинхрон там, все дела. А, я ж умер на Хейгане. Нет, нет. На Хейгане я не умираю никогда. А что ты говорил, что прослыкал там что-то типа? Да, я на другом боссе умер. Ой, что-то я, блин, убежал куда-то, да? А вы там сажали мобов? Класс.
Я более ниже. Вот так я умер. Пипец. А, классно. Кто про неумирающего говорил? А, тут... Непонятно, конечно. Базук, куда ты? Все равно умрешь, а не за тобой. Нет, я вышел с комбата. А, этот инвиз. Кто быстрее? Ты не туда бежишь. Блин. Вот быстрее. Ай, я сейчас думаю, куда он бежит. Ножки-то у тебя, конечно, быстрые. Но координация нет. Да, все равно я быстрее. В смысле? Это читер. А ну-ка. Все понятно. Все перегнало. Алик, не туда. Туда-туда. Да, мог бы свернуть бы не туда. Мы бы погнали. Вот я погнал. А можно еще раз этот ивент на этот? Кто быстрее бежит? Ну то тут конкуренция. Ну я просто по лужам пройдусь, я так поняла. Спасибо. Ой, нет, упала. Тварюга. Ну-ка, стой. Я все равно быстрее всех. Да, у вас блинки, блин. У вас ауэра коня есть, на маунт действует только. Просто смотри. О боже, ты это видел? Кто сахар, кстати? Ребят, я не знаю, как. Вот. Они прям в ускоренном режиме прибежали. Хаек, если что, на тебе. Теперь на варлайк. Да, я ж хил, ты же вздыхаешь. Мы такие бежим, я и могу прям телепортироваться к нам. Это было крипо. Это ты сам играл? А, корж, как там, кош, как он называется? Чуть ли не ковш. Ковш. А мы сзади там бежим. Мы же кожаные, как там, тканевые. Да в нем просто инженер хотел. Мы кожаные. Кожаные ублюдки. А их страхал, чтобы добежать первым. Все, я предлагаю этот, кто первый умрет, тому по 5 балды каждому, или в ГБ. Но я буду вас хилить, просто чтобы мы не вайпались. Так, со знаком совы распылить, мне нужно со знаком преступника шмотки. Так, по звуку рисуют. У нас. Пока ты не сказал, что ты будешь нас хилить, я даже не заподозрил, типа, в чем может быть подвох. Нет, подвох в том, что вы сами как бы что-то там натворите, сагрите и делаете трэш. Типа, чтобы все было аккуратно, чики-пики-бомбони. Я лично я готова гулять. А, сейчас баха-баха. Маг и волк, все. А у меня почему-то пан и бхаек мертвые. Они в офлайне. А. Все ясно. Ставишь бармалюга тотем на очищение подвоса. Слышишь? Кстати, еще коконы разбивать. А то прошлые десятки я умер из-за кокона. Мы, получается, без Геры, да, убиваем? Почему с Геры? Кто Геру нажмет, тот какашка. Гера для слабаков. Это тактика, ты чё, надо? На трэши Геру надо вообще. Я, короче, в Дискорде Сируса попросила роль
плюсовую роль. Мне дали прайма, но мне не дали новичка. Я все равно не могу в X4 писать и игровые вопросы. Это настолько женщество поспрашивать. И не хочу писать, флудить в этом. В этой песочнице. Сейчас тебя буду бить. Надо как бы разбить. Пожалуйста, кокон. Странно. Ой, в тайминг попал, где эти мелкие взорвались. Да нет. Ну чё, мы с Вадиком будем попашить? Я буду пищать.